No comment. Без комментариев. Без комментов. Ну вот мы собрались. Едем на Конжак. Едем на Конжак, да. Собрались. Байкинг наш. Вся херня. Смотрите. Так. Надо фотографии. Облизывайтесь. Селфи отправить. Жене, любимой. Жене? На автостанции сейчас поедем. Собрались. Громче говори, а то тебе хреново слышно будет. Слышно нормально будет. Нет. Хорошая камера. Хорошая, да хорошая. Ты просто самый говоришь тихо. Этот микрофон. Ты просто тихо говоришь. Ладно, как будто проглотил. Что? Он как будто удава проглотил. Удав синхрома, блин. Ты как будто удава проглотил. Наши кони верные, верные. Посмотрим, какой из них будет этот. Вернее, в этом походе, да? А, это у нас что? Горнозавоз, мы добрались. Все в порядке, солнечная, Рома тут разъебает, тусуется, а тут такой вокзал, замызганный, затраханный, зачпоканный. Что ты там чпокал? Чпоканный вокзал такой. Чпоканный, кто-то его сюда чпоканный вокзал такие. Составчики, блядь, давно тут уже, пару лет, наверное, уже не был на пшике. Слушай, покажи, как вот внутри вокзала. Как вокзал? Пойдемте посмотрим, как внутри вокзала. Старинный вокзал еще моих дедушки и бабушки. Покрасили. Свежак. Свежак покрасили. Это расписание все тут есть. Какая-то информация. Информация. Таблица. Расписание. Все такое. Вот такой вот вокзал. Прикольный. Старого образца. Вокзал. В принципе, есть он. Не жарко, хорошо, тепло. Зашибенно едем, спокойно. Всем, да. Всем привет из Горнозаводска. Да, снимать буду. Вот такой тут музей каламбур, бля. Ёпарсатен, мах. Интересненько. Палеонтологическая коллекция. Это наша тема. Наша река. Это наша тема, наша река. Горно-тундровый, подгольцевый, горно-лесной. Всего заповедники произрастают более 45 видов редких ценных растений. Будет. Это единственный на Северном Урале участок, где почти полностью уцелевший от вырубки и выплывающего. Я помню, первый раз... Наименее Хариус. Первый раз доезжал вот до этой Соколиной горы, как? Еще на старом велике. Соколиная? Но... Соколя, да. Соколя, блядь, как? А когда ты здесь жил, что ли, или что? Не, я как первый раз сюда приехал, первый раз ехал. А ты на автобусе приезжал и доезжал, да? На электричке даже еще приезжал. На электричке? Заброска туристов. А, тут же рекламка получается. Заковский. Зыковский. Вот такая вот вещь тут. Езжай.